лица великого тренера Веры Ефремовны Штельбаумс. Вера Ефремовна, тренер наших известных гимнасток Ирины Чащиной, двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. Так вот, на самом деле, если и не держать себя в голове, что это еще совсем юная гимнастка, особенно с дальних планов, да, с общих планов, то по плавности движения, по, опять же, цельности программы, вот у меня, наверное, такой мысли бы и не было. Это тоже говорит очень о многом. Но потом, я хочу сказать, несмотря на свой юный возраст, все-таки уже гимнастки, которые не только прошли чемпионаты мира, пусть даже среди юниоров мира и Европы, но все равно такие крупные соревнования, это же опытная гимнастка. Many times winning prize winner different international tournaments. Общая оценка Екатерины Селезневой, Россия, 24,35 балла. 24,35 балла, пока самая высокая оценка выступления с мячом именно у Екатерины Селезневой, но Анастасия Симакова может, в принципе, и побить. То оценка, хотя это сделать будет очень-очень сложно, конечно, потому что, ну, Катя просто опытнее, и программа, по-моему, была чуть посложнее.